Для многих сегодняшний день запомнится надолго. Заселение поступающих в общежитие означает приближение к студенческой жизни. А кто-то вновь возвращается в родные стены. Комфорт, уют, семейная обстановка – все это будет окружать будущих жителей деревни Универсиады. Студенты Казанского федерального заселились в свои апартаменты, а это означает, что учебный год уже не за горами. Пройти инструктаж – это далеко не все. Для заселения каждому предстоит преодолеть несколько этапов – заполнить анкеты, подписать договор и сдать документы. Ну а первокурсники горят желанием увидеть свои комнаты. Многие уже наслышаны об одном из лучших кампусов России. Да, я слышала, что это лучший студенческий кампус в России, и именно этим меня КФУ и заинтересовало. Я видела картинки в интернете, думала, что будет хуже, потому что обычно фотографии не соответствуют реальности. Но на самом деле мои впечатления оказались еще более фееричными, потому что это замечательное место, действительно очень уютно. В самих комнатах еще не была, но от самого ансамбля деревни Универсиады я в восторге. Комфортное место для того, чтобы учиться дальше. Беготня с бумагами бодрит не только заселяющихся, но и председателей домов, а также волонтеров. Старшекурсники рассказывают о том, как когда-то заселялись сами, вспоминая об этом с улыбкой. Заселение проходит нормально. Ребята в этом году собранные, активные. У всех все есть в большинстве случаев. Чтобы остаться тут на второй год, нужно иметь жизненную активную позицию. На самом деле просто нужно быть нормальным человеком, не спорить ни с комендантом, ни с педагогом-организатором, ни со студсоветом. Да, я помню, как я тут с 10 до 3 часов дня сидел, стоял и умирал от жажды и жары. Мы поздравляем всех заселившихся в деревню Универсиады и желаем тихих соседей, забытых на кухне борщей и сговорчивых комендантов. Даяна Камалова, Ксюша Дзен, Руслан Уразаев, Универньюз.